Всех приветствую на своем канале. Друзья, меня попросили заготовить форель. Вот такие дали мне огромные куски. Это чистое филе форели, без костей, без всего. Коптить я ее буду холодным копчением в своей коптилочке от компании Москит. Ну что ж, давайте посмотрим, как это будет. Ну а будет, как всегда, все хорошо. Я подробно сейчас расскажу, как я сделал эту форель холодного копчения в своей коптилочке. Рыбонька оттаяла. Извлекаю ее из упаковочки. С этой рыбкой не надо делать абсолютно ничего. Она чистая. Косточек нету. Просто приступаю к засолочке. Солить буду вот на такой вот крышечке. И у меня вся выделяемая жидкость будет стекать вот в эти вот места. Поэтому рыбка будет просто огонь. Посолочная смесь. 3 килограмма соли, второй помол, 1 килограмм сахара. Друзья, соли не жалейте. Всю оставшуюся соль через 7 часов я смою холодной, проточной водой, пресной. И ничего в этом страшного нет. Рыбка своих свойств не потеряет. Убираю все в холодильник на 7 часов. Рыбка провела в холодильнике 7 часов. Вот столько водички из нее выделилось. Вот здесь все в борозочках можете наблюдать. Сейчас все это промываю под холодной водой. И обратно в холодильник на ночь. На дозревание, так сказать. А потом буду вялить. Рыбка ночь полежала в холодильнике. Сейчас я ее вешаю на принудительную вялку в свой сушильно-вялочный шкаф. Вялку я провожу вот в таком сушильно-вялочном шкафу. У кого нет сушильно-вялочного шкафа, можно и на улице завялить, и в любом другом ящике. Это не принципиально. Вялка будет цикличная. Час вялится, полчаса отдыхает. Час вялится, полчаса отдыхает. И так 3 часа. Как только готовность продукта меня будет устраивать, вялка прекратится. Обязательно работает осушитель воздуха при вялке рыбы. Посмотрите, какая красота! Рыбка завялилась, готова к копчению. Шкура сзади у нее абсолютно сухая. А с этой стороны у нее уже, вот видите, выступил, это чистый жир. Абсолютно она готова к копчению. Ну что ж, приступаем! Рыбка хорошо завялилась, поместила ее в свою коптилочку. В данном случае я пользуюсь коптилочкой компании Москит. У меня она на 100 килограмм, вы можете коптить на чем угодно, в чем угодно, это не принципиально. У меня электростатическая коптилочка, вы можете коптить и традиционно. Загружаем дровишки. Подаем питание на коптилочку. Сеть, дым, градусник зольника выставляю на 350. Как только камера наполнится дымом, зольник убавлю и включу холодное копчение. И будет происходить процесс копчения, принудительный, так сказать. Дым будет принудительно прилипать на продукт. Ну а что получится, я покажу вам все в конце. Попробуем, все будет нормально. Смотрите до конца, будет интересно. В разрезе все покажу, форелечку, что получилось. Рыбка коптилась примерно 40-50 минут. После того, как я ее достал из коптилочки, я поместил в сушильно-вялочный шкаф, где она пробыла примерно около часа в обдуве. И потом провисело 3-4 часа просто так. Рыбка готова к употреблению. И сейчас я ее попробую. Ну что ж, друзья, вы уж меня простите. Момент истины. Это вышка. Ничего вкуснее я не ел.
Я на полном серьезе. Это очень вкусно. Друзья, коптите, все у вас получится. Мечты не работают, пока не работаете вы. Под лежащий камень, конечно же, вода не бежит. Коптите на чем угодно, в чем угодно. Я копчу на этом оборудовании. Вы можете приобрести себе любое. Но закоптив всего один раз свою рыбку, вы уже не остановитесь никогда. Я вас в этом уверяю. Всем спасибо, кто досмотрел мое видео до конца. Всем жму руку. Всем удачи, всем хорошего настроения. Всем пока. Увидимся в следующих видео.